В юности она была красивой, эффектной девушкой. Но возраст сделал свое дело. Родив троих сыновей, красотка превратилась в полненькую домохозяйку в бесформенной юбке. Вечно уставшая и погрязшая в домашних делах, она ненавидела свое отражение в зеркале. А еще и молоденьких девушек, на которых то и дело заглядывался ее муж. Согласитесь, вокруг полно таких женщин в возрасте за 40 и старше, и нередко они сталкиваются с проблемой лишних килограммов. Героиня этого видео не только справилась с этой проблемой, но и помогла десяткам тысяч людей по всему миру вернуть стройность и здоровье. С вами Елена Гурзова, и на этом канале мы говорим о людях, добившихся успеха вопреки всему. Итак, друзья, сегодня я хочу рассказать вам о Грир Чайлдерс, чья система похудения буквально ворвалась в информационное пространство в середине 90-х и наделала там много шума. Произошло это в Америке, где Грир родилась и, собственно, выросла. Еще студенткой колледжа она познакомилась с будущим мужем, который учился на хирурга. Вышла замуж, стала образцовой женой, создавала уют, готовила ужины и воспитывала детей. А детей за 15 лет замужества у нее появилось аж трое. И каждый из них прибавлял к стройной фигуре Грир все новые и новые килограммы. В итоге, после рождения третьего сына, ее свадебный 44-й размер трансформировался в мешковатый 54-й. А сама Грир из веселой, задорной девушки превратилась в располневшую, вечно уставшую домохозяйку под 40. Муж, ставший успешным хирургом, целыми днями пропадал на работе. И Грир безумно ревновала его к хорошеньким стройным медсестрам. Вдобавок ко всему, у нее испортило зрение, и ей пришлось носить очки. Грир возненавидела зеркала. Больше всего на свете ей хотелось вернуть себе прежнюю форму, снова стать стройной, подтянутой, энергичной девчонкой. Собрав всю волю в кулак, она решила похудеть во что бы то ни стало. Я уверена, это желание знакомо многим. И мне тоже. Периодически тоже беру себя в руки, активно занимаюсь спортом, питанием, мышлением, что очень важно, потому что тема переедания берет свое начало именно в нашей голове. Если вам интересна эта тема, если вы тоже на стрессе постоянно что-то жуете, зажевываете, то дайте знать в комментариях. У меня давно есть мысль записать подкаст с психологом, который специализируется на теме переедания. Как только соберем 50 комментов под этим видео, ждите эфир с полезными советами по тому, как избежать переедания. Но вернемся к Грир и ее захватывающей истории. Любой хоть раз пытался скинуть лишний вес, знает, как тяжело добиться результата, как удержать его. Желание похудеть порой толкает нас во все тяжкие. Хорошо, если дело ограничивается спортом и диетами, но ведь есть еще масса экстремальных способов, от голодания до всевозможных таблеток, каких-то напитков, от которых больше вреда для вашего здоровья, чем пользы. Кстати, насчет голодания. Да, есть такая тоже практика голодовки, я тоже про них знаю, пробовала, но обязательно это нужно делать под наблюдением врача в специализированной клинике. Люди там пьют воду, и, собственно, я своим опытом тоже делилась в своем телеграм-канале, если вам интересно. Под видео в описании будет ссылочка, посмотрите. Ну так вот. Грир Чайлдерс перепробовала все известные ей средства. Начала она с бега по утрам, 80-е, бегала вся Америка. Это было модно и всячески пропагандировалось. Как говорила позже сама Грир, она пробежала столько, что могла бы уже 3-4 раза обогнуть земной шар. Вот только ей это ничуть не помогало. Тогда она занялась степ-аэробикой, а потом еще и тяжелой атлетикой. Но вес не уходил. Грир накупила тренажеров и обустроила дома целый тренажерный зал. В какой-то момент она даже наняла личного тренера, который приходил раз в неделю и гонял ее до седьмого пота. Деньги уходили, а ненавистный жирок все так же свисал с боков. Грир злилась, впадала в отчаяние и в очередной раз заедала стресс. И начинала все сначала.
Она продолжала бегать по утрам, заменив занятия на тренажерах таблетками для похудения. А тренера – женским клубом, куда приходили люди, скинувшие вес, которые рассказывали, как им это удалось. Немного забегая вперед, скажу, что Грир, конечно же, похудела. Но тот период ее жизни, когда у нее это не получалось, остался в ее памяти самым мрачным периодом. И знаете что? Ведь у многих так проходит вся жизнь, как одно мрачное воспоминание о том, что не смогли взять себя в руки, не смогли на что-то решиться или там выйти из зоны комфорта. Многие из тех, кто в дальнейшем интересовался ее методикой похудения, сомневались в том, что она действительно была полненькой. Некоторые даже утверждали, что Грир Чайлдерс всегда была стройняшкой и про свой якобы лишний вес придумала, чтобы, ну, втереться в доверие, что ли, к людям, чтобы позиционировать себя как человек, который прошел через все это сам. Ведь в интернете нет ни одной фотографии, где она была бы 54 размера. Везде на всех фото и видео она подтянутая такая красотка, а значит, точно обманывает. Как вы думаете, был ли обман с ее стороны? Я фотки тоже не нашла. Но на самом деле, мне кажется, дело в другом. Во-первых, похудела она в середине 80-х, когда интернет еще не пронизывал все сферы нашей жизни. А во-вторых, оказавшись на 5 размеров больше себя привычной, наверняка она разлюбила фотографироваться. Спросите любого человека, которому что-то так же сильно в себе не нравится, как не нравится Грир ее лишний вес, нравится ли ему фотографироваться и любит ли он сниматься там в семейных видео, скажем так. Не любят люди позировать на камеру, если их что-то не устраивает в их внешности. На мой взгляд, это вообще не важно, была ли она толстая, ведь ее методика в итоге помогла похудеть миллионам человек. Грир Чайлдерс была обычной домохозяйкой, мамой троих детей, замученной бытом, потерявшей форму. Обтягивающее короткое было под запретом. В шкафу у нее висели лишь широкие длинные юбки и мешковатые балахоны. Похудеть никак не удавалось, и в какой-то момент она была вынуждена принимать антидепрессанты. Даже до этого дошло, настолько ей было плохо. Но не зря говорят, что ночь всего темнее перед рассветом. В один прекрасный день в жизни Грир все же начались перемены к лучшему. И начались они благодаря ее соседке. С соседями нужно дружить. Именно эта простая истина принесла Грир столь долгожданные перемены. Соседка Грир тоже была пухленькой дамой и мечтала похудеть. Заботливый муж подарил ей курс похудения у престижного спортивного физиолога. Через какую-то пару недель соседка вернулась домой, заметно похудевшая и прекрасно похорошевшая. И рассказала пораженный Грир, что это эффект всего 10 занятий у физиолога. Они обошлись ее мужу в $1500, что тогда было крупной суммой. Для семьи Грир это была очень большая сумма денег. Но внешний вид соседки явно демонстрировал, что деньги потрачены не зря. Соседка рассказала, что делала дыхательные упражнения и даже показала некоторые из них. Но Грир хотела понять, как и почему это работает, и решила пройти курс сама. Тогда они впервые всерьез поругались с мужем, то ли в шутку, то ли всерьез. Он сказал Грир, что если она вырвет из семейного бюджета такую крупную сумму денег, то между ними все будет кончено. Но до этого мы еще дойдем. Надо понимать отчаяние Грир, которую не остановили ни угрозы мужа, ни то, что ее младший сын был еще грудничком, его пришлось оставлять там на ком-то, да, в это время. Она была полна решимости изменить свою жизнь, чего бы ей это ни стоило. Курс был куплен, и эта дыхательная гимнастика перевернула представление Грир о похудении. Она не только скинула несколько сантиметров в талии, но и ощутила, что к ней вернулись энергия и оптимизм. Секрет упражнений уровня Rolls-Royce, как их называли организаторы курса, оказался в какой-то степени прост, как и все гениальное. Во всех из них использовалась определенная техника дыхания, которая максимально усиливала их жиросжигающий эффект. При этом спортивный физиолог, который вел занятия, не мог толком объяснить механизм воздействия прерывистого дыхания на организм. Более того, организаторы курса похудения были категорически против, чтобы этой техникой овладели простые люди.
они позиционировали свой курс как методику такого VIP-оздоровления, предназначенную для элиты, для богачей. И они вообще не желали снижать стоимость курса, чтобы это имело широкий охват. Грир продолжала делать упражнения дома и худела на глазах. Пару раз она показала упражнения своим полным подружкам, и те тоже начали уменьшаться в объемах. В какой-то момент Грир подумала, что с радостью преподавала бы эту методику простым людям, если бы у нее была такая возможность. Так мечта Грир о личном похудении незаметно трансформировалась в нечто более глобальное – сделать информацию об эффективном способе похудения доступной для всех. Но все же какое-то время это была просто мечта без какого-либо конкретного плана действий. Взяв за основу полученный опыт, Грир составила небольшую программу упражнений на каждый день и довольно быстро похудела. Всего за полгода она скинула 5 размеров одежды, перейдя с 54 на 44. Вы вдумайтесь, 5 размеров всего за полгода – это что-то вообще за гранью фантастики. Увы, но новый подтянутый вид и уверенность в себе, которые Грир приобрела, они, к сожалению, не спасли ее брак. Грир развелась с мужем, и развод поделил жизнь на 2 части. В этой новой второй части ей поначалу пришлось несладко. Расставшись с мужем, она оказалась на грани выживания. Алиментов едва хватало на содержание детей, на еду, и тогда она вновь подумала, что ее личный опыт похудения может ей помочь не только с физической формой, но и с финансовой. Это был 1985 год. Помните вообще его? В СССР в тот год вышел фильм «Любовь и голуби», в котором героиня Людмила Гурченко питалась только овощами, фруктами, постоянно крутила педали велотренажера. На экране это смотрелось комично, особенно учитывая, что у актрисы не было вообще ни грамма лишней жиринки. А вот у полных советских женщин вариантов похудеть тогда было немного. Все тот же бег, на который никогда не было времени, да и аэробика по телевизору, которую показывали молоденькие худышки в таких цветных лосинах. Наверняка вы это все застали. И вот в этом самом 1985 году, в далеком Техасе, разведенная мать 3 детей в возрасте 40 лет решила стать тренером по похудению. С одной стороны, это было довольно-таки смелое решение для человека, далекого от спорта. С другой, Грир настолько подтянула фигуру, что даже незнакомые люди, узнав, сколько ей лет и сколько у нее детей, спрашивали, в чем вообще ее секрет, как она так держит свою фигуру в форме. В общем, взвесив все за и против, Грир напечатала с 10 рекламных объявлений и развесила их у продуктовых магазинов. В объявлениях было написано «Помогу подтянуть живот и все тело за 15 минут в день без операции и диет». В среднем за неделю вы сбросите от 10 до 35 сантиметров. В первую неделю ей позвонила всего одна женщина, и Грир начала с ней заниматься. Уже во вторую неделю у нее появилось еще 4 ученицы. В третью к ней на занятия записались уже 10 человек. Грир давала уроки каждый день и брала всего по $75 в месяц с человека. С этого и начался ее путь фитнес-тренера. С домашних тренировок, небольшой группы людей. И я честно вам скажу, многие бизнесы начинаются именно так, с гаража, собственной квартиры, с каких-то таких первых попыток собственных. А потом они все набирают нехилые обороты, дорастают до каких-то глобальных размеров. На своем YouTube-канале «Снова Гурзова» я рассказываю именно о таких людях, которые, несмотря ни на что, старались изменить свою жизнь к лучшему, и история Грир Чайлдерс не заканчивается на частных уроках за $75. Что же было дальше? Об этом я расскажу в следующем выпуске. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить продолжение. Поверьте, такого от нее никто не ожидал. Ну и все желающие похудеть, дайте знать в комментариях. Может, придумаем какую-то онлайн-группу по бодифлексу для того, чтобы вам ценность какую-то привнести в жизнь.